Ну что, ребятки, всем привет, я Сафати, и сегодня мы проходим Грэнни 3 на экстриме. Да, ребяточки, стану ли я королем экстрима во всех частях Грэнни прямо сейчас? Посмотрим, ребятки, потому что если пройду Грэнни 3, то все, ребятки. Кстати, сегодня вышел трейлер Аскрин 5, а Аскрин 5 выйдет 17 сентября, а именно в пятницу, поэтому, ребятки, ждем просто. Ждите сразу, я буду снимать Аскрин 5, потому что я очень сильно жду эту игру, очень сильно, ребятки, поэтому ждите. Сегодня я именно 4 сентября еще зафулил Эша, ребятки, его у меня выдал, не забрал, потратил до хрища больше, поэтому... Надеюсь, вы оцените этот ролик лайком, потому что я потратил свои, считай, ресурсы, знаете, да. Довольно-таки много деньжат, поэтому... Деньжат, точно, довольно-таки много этих. По-моему, снова залезть, ничего не будет. Только если там как-то пройти, ну, не туда, но где-то вот что-то будет, да. Поэтому ребзи. Отлично. Что мне не стало. Все, я надеюсь, что не пойду куда-то другое место, потому что если мы пройдем экстрим, ребятки. Просто все, не могу. Я забагался. Все, я забагался. Смог. Я понял почему, потому что когда подходит сразу два, то ничего не получается. Когда только бабка подходит, тогда еще может получиться. Да, о, она там на крышу упала. Не-не-не. Заново, ребячки. Заново. Я тупанул то, что... С тем, то, что вот я сделал, я, конечно, тупанул. В плане таком, то, что, ну, не надо было... Надо было просто ну, за стол сесть. Надо, чтобы они не... Ну, не вдвоем подошли, потому что из-за того, что они сразу вдвоем подошли, они меня столкнули. А когда только бабка подходит, тогда легче. А так вдвоем они сталкиваются сразу, поэтому... Надо, чтобы только кто-нибудь один приходил, не будет его бабку, поэтому сразу быстро открываем замок и быстро бежим туда. Ну, я буду тоннечечка наша с вами, ребятки. А вдруг реально мы экстрим с вами пройдем, кто знает. Кто знает. А, все, теперь точно не клею, потому что они уже делают клею. Да, потому что тут нельзя, когда сразу они были. Только когда тут один. Ну ладно. Пока никого нет. А куда я залез, как? Зачем вообще начал стрелять? Я поскребил. Бомбануть! Но не могу. Вот уж не хочу, блин. Но тролль все равно выйдет. Все равно он выйдет до руки не может. Обидно. Thank you.
Бакшин пофиксил, конечно, жалко, что все. Даже если мы не пройдем ролик, не кайфу, кайфули, кайфу, кайфу, кайфули, 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 кайфули. Бабка, я думал, что дед вошел. Это была бабка. Смолостили все на озон. Мы купили. Не реклама, а просто это новый звук. Дарья, ждите, будет скоро. Много новых тречков готовится для вас. Слушай, я не хочу выпускать по одному треку. Я хочу выпускать сразу по... Сразу там выпустить сразу 20 треков. Там, ну, в альбоме, ну, в альбоме. Вот поэтому рейп сюда. А, четвертый день! Ну твою ж... Мне сейчас бомбит. Я не хочу ролик больше 20 минут. Но не получается по-другому никак вообще. Потому что я сделал часовую серию, и там в конце не показалось, что я хард прошел. Хотя хард я прошел. Ну, конечно, на пятом дне, но я прошел. Я все равно уж хард прошел, блядь. Ну. Блин, обидно вообще. Ревзи. Дверь сразу закрывать, когда я вошел. А, там бабка стояла. Она же должна была идти на улицу, вроде как. Твою налево. Ну, вот. Ненавижу, я ненавижу. Я понял, только когда один человек, потому что я смотрел на других ютуберов. Ну, только когда там либо бабка, либо дед подходит, тогда все норм. Когда сразу два, то нифига. Я же пу! Pull up on the tank! Get to pu! Ну все, ну это... Реклама, сраную реклама! Сраная реклама! Сраная рекламочка! Твою же, ну блин! Что за фигня, фигнатуля набила Путина. Просто жесть, друзья, просто жесть. Когда я скрин 5 выйдет, я прям буду снимать его, да. Прям в первый день выхода. А, не, я лучше заранее начну, потому что...
Блин, это очень сложно. Очень. Вот хард я проходил легче, но вот экстрим это капец. Ты просто меньше мест для пряток, вот в чем дело. То есть ты сразу, там хотя бы можно было их в подвал заманить, то есть ты мог в другой части заманить их в подвал. Ну, в первой части ты просто выходишь, быстро идешь, пока там бабка кабашится, ты просто быстро идешь до кровати и все, и ждешь просто, да. Вот, а во второй части просто, типа, шумишь этим. Штука, ты шумишь там в подвале, который с шипами, и все, и привлекаешь внимание, все. Чё ты сюда прёшь? Ну почему он пошел сюда? Зачем деду идти в подвал? Зачем? Зачем? Вот логика, они сразу идут сюда. Ну, бля, ну, даже, я не знаю, в первой, второй части легче играть, реально, легче экстрим. Здесь экстрим, это жопу надрать надо. Благо, больше дверь открывать не надо. Но я бабку все равно приму. Ребзи, я Нет, ну это не то, что я хочу. Выполнить в данном видосике. Ну я расстроен, капец. Капец расстроен. Дети, может, я буду кушать теша, а может и не буду, потому что мне лень.
Я, может, у максимум там ранга 10 закачаю, дальше не хочу. Просто заберу там вообще. Все, не хочу прям жестко пушить там до 30, до 25-го, там не хочу, просто там до 500 и все. Не вижу смысла сильно типа пушить, просто сейчас уже не такое время, сейчас уже осень, и все занятые стали, поэтому рейд закачу меня. Ну, короче, это ластовый вот этот попытки, если сейчас просрём, так просрём. Ой, ну как? Почему он не успевает? Какой день? Какой день? 4. У меня уже был ванпанки. Если бы я знал бы спавны, я спавны еще до конца не выучил на экстриме. Ладно, кем-нибудь запомнить.